захватить. Я... Ой, ти немає. Україна! А покажіть, що у вас. Що в мене в кишені знаходиться, хлопці, це мої особисті речі. Та не вопрос, що ви особисті речі. Тут тільки що ребята ваші прийшли з костелем молоду. Ну яка різниця, що я перейду? Приходили з ПКМом і РПК, ми нічого не казали, покажіть. Ми досі тут покажіть, ребята. Ми тут тільки ж, ми стоїмо і общаємося з вами нормально. Ми ж вас не задивляємося, я зараз покажу вам троїх, у кого під курткою щось є. Давайте їх допитаємо і додивимося. А я що, сказав, що я перевіряю чи що? Так. Ти його маєш знати, якісь питання провели? Не маєш? Я почати не можу. Сейчас мы об этом не будем спорить. Вы хотите, чтобы мы начали тут об этом спорить? Я предлагаю прекратить эти споры. Давайте, если вы начнем спорить, вы тут ляжете. Вы тут все поляжете. Вот люди пришли, начинают до нас. Мы ж идем на баррикады, мы ж идем на это. Мы объясняем, мы пришли на баррикады. За то, что вы появились тут. Мы не идем туда к вам, мы не стоим там. Ну, на баррикады, как нам объясняют. Мы не идем. Мы пришли сюда под суд. Объясняем. Милиционеры при этом нас не слушают. Да вы не кричите, как я не знаю, где. Это просто меня студентов. Если он ваш пацанов, да он не мой друг. Коллега, хорошо. Милиция называется коллег. В чем тут друзья? А вы зараз это что, это что, фирма какая-то или какой-то, я не знаю. Нет, вы пришли в группу поддержки. Подождите. Они поддерживают товарища, они знают, право или нет. Если ваш товарищ таки делал неправомерные действия, должен ответить за это? Если он виноват, суд решит, пусть, если суд решит и докажут. То есть как бы у меня нет такой информации, я в это не верю, что он виноват, вот этот человек. Я 100% уверен, что он не виноват. А если на камерах есть, что он убивал наших ребят? Ну вот если есть, вот если, как вас зовут? Меня Игорь Будас. Игорек, если есть, вы покажете эту камеру без проблем, тогда я скажу, извините. Тому що поінформували, що тут зібралися невідомі люди і боялися, що будуть якісь провокації. Наразі ми зрозуміли, що хлопці хочуть підтримувати того товариша, якого зараз судять. Я не буду убирать камеру. А что такое? Так отвернитесь, я вас не снимаю. Камеры выключите! Камеры выключите! Не снимайте! Камеры выключите! Потому что... Я ничего не снял. Вот, перед вами сидит. Да, я...